начинается очередная стройка теплицы. Сегодня будем строить легенда 3х4 под стекло с одной дверью и двумя форточными блоками. Вот на таком бетоне. Пока приехали, разложились и приступаем к монтажу. Закрепили, установили отлив по низу. Обшили стены стеклом. Установили перелив. Сейчас будем готовить крыть крышу. Прикрутим базу. Прикрутим конек. Наклеим уплотнители. И все останется после крыши. У нас два торца. Один с дверью, другой глухой. Работа кипит. 72, да? Приехала немножечко поснимать. Михан, как жизнь? Да, нормально как. Нормально. Леня, даже со своим весом. Леня, сколько? 200 килограмм? Я-то? Да. 360. Даже не шелохнется теплица. С одеждой 400. Нет, она... Еще даже диагональных усилителей там ничего не стоит. Стекла только стоят на стенах. Нет, пилить-то ты пошел? Стекла режешь? Стекла режу. Вот так вот на объекте режу стекла на форточный блок. Специально ДСП-шки кусок размеченный и стеклорез обычный, алмазный. Сегодня мы монтируем теплицу легенда 3х4 стекло. У нас в комплекте идут, вот видите, если когда заливает под фундамент, под наш, по нашим размерам, вот такой идет буквой ЗЮ отливчик. Обязательно убирайте вот так стружку, потому что это все будет ржаветь. Стекло. Тут еще будут диагональные усилители от того, чтобы под движение, чтобы мощно каркас стоял жестко. Торцы, как видим, многие спрашивают, чем отличаются торцы от поликарбонатной теплицы, тем, что они, видите, как изготовлены вообще из 40 на 40 трубы, мощные такие. Здесь стекло, дверь, стекло, стекло. Вот профиля сейчас будут обкручивать, на что крепится. На что крепится полика стекло, то есть вот такая идет. Это крышка, это основание, куда вкладывается. Видите, стекло, не забывайте, вот, что на переливе, основном, который прикрывает стекло, надо вырезать вот по месту. И вот это все закрывается. Потом здесь вот так подрезается аккуратно, и крышка сверху выходит вот сюда, чтобы вода не попадала. Видите, немножечко ходит, потому что еще нет вот таких диагональных усилителей. Еще будут прикручиваться. Такие палки большие. Везде. Раз, два, три, четыре. На стекло идут они. Крепится фундамент анкерами, каркас. Анкераем 8 на 100. Это торец глухой. И будет два форточных блока для проверки. Теплица 3х4. Всем рекомендую покупать, конечно, стеклянные теплицы, но цена... Но она того стоит, потому что всегда прозрачно. Можно легко помыть и так далее. Ну и вечный материал. Не желтеет, не трескается и так далее. Только его можно физически разбить, стекло. Или механически, без разницы. Также можно легко его поменять. Вот такая дверь алюминиевая. Сейчас сделаем, уже год на трех петлях помощнее. Замок, ручка. Стекло вот так перевозим на горках. Стекло идет с запасом, если что, на бой. Для того, чтобы стекло не прикасалось, у нас нигде стекло не прикасается к железу, приклеивается вот такая резинка демпферирующая по центру. Почему не полностью? Чтобы вода, которая конденсат бывает на стекле, стекал. Здесь тоже все проклеивается, то есть везде проклеиваются резиночки. Ну что, успеваете заказывать. Поставим, изготовим. Даже в любой размер, ширину, длину, форму под заказ. Все аккуратненько ребята в мешки складывают мусор, потом вывозят. Форточные блоки. В общем, еще расскажем и покажем. Какая красота. Стекло есть стекло, как бы что ни говорили. Стеклянная теплица. Это вечная.
заказывайте. Екатеринбург, Климовская, 23. Телефон 8-343-201-1405. Исполним все ваши желания и пожелания, чтобы у вас стояли такие шикарные теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу «Легенда» 3х4 под стекло. С одной стороны алюминиевая дверь, другой торец глухой. Два форточных блока. Пойдем поближе посмотрим. Дверь на замке. Каркас сделан из профильной трубы 40 на 40. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров. По низу пущен отлив. Такой красивый, декоративный, фигурный. Также здесь диагональки, диагональные усилители. Стекло 4 мм, держится с помощью профиля системы, база, крышка. Два форточных блока на термоприводах, термоприводы демонтированы, пока еще прохладно. Вот такая вот отличная, красивая, прозрачная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока!